Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вчера мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы. Сегодня мы чтим Нерукотворный Спас. Это самая, можно сказать, первая икона. В Ветхом Завете Бог Отец повелел еврейскому народу не делать никаких изображений. Почему? Потому что у них есть такое свойство. Они отождествляют имя сущностью, образ сущность, то есть существо. У них все равно, что Бог, что имя Божие. У них. Поэтому у них доходит до того, что имя Божие главнее, чем сам Господь Бог. А что такое имя? Это термин, не более того. И мы хорошо знаем, что мы на Руси называем Бог, в Греции там Теос или Феос, там Дью, Деус и так далее. Аллах, в конце концов, у арабов. Так? То есть это наше человечество. И Бог, зная их свойства, повелел им всякие изображения. А нам Бог дал свое изображение, потому что мы хорошо понимаем, что обращаясь к образу, мы обращаемся не к изображению, а к первообразу, к самому Богу. И мы хорошо знаем, что молиться трудновато, дьявол всегда мешает. А когда мы взяли там на образ Пресвятой Богородицы, там на образ Спасителя, как-то мы себя немножко это дисциплинируем, как-то уже чувствуем, и мы не образу кланяемся, не доске, не изображению кланяемся, как язычники, а самому Богу, который изображен в этом образе. Поэтому нам Бог дал, Он приложил, когда шел с крестом, после тяжелых пыток и мучений, тяжелейших, и нес крест на себе по камням на гору, ему вышла благочестивая женщина Вероника, дала ему полотенце, он вытерся, и на этом полотенце остался образ Божий, образ Христа, то есть Бог дал ему свое изображение. Мало того, этот образ, в конце концов, из Иерусалима попал в Эфес, в Эфесе его повесили над надвратной башней, висел этот образ. Потом, когда его сняли, он перешел еще на камень, то есть на полотенце остался, еще и на камне образ появился. Поэтому называется «Спас на черепе». Поэтому вот все башни раньше, там входные ворота назывались «Спасскими», потому что образ Христа Спасителя. Но это просто чисто исторически. Так вот, Бог нам дал свой образ, то есть икону, чтобы мы, взирая на него, обращались к нему. Но еще напомню, что надо не только молиться, но соединение с Богом, общение с Богом, настоящее, стопроцентно происходит в таинствах, исповедь, причастие других, особенно причастие. Поэтому те, кто давно не причащались, кто редко причащается, хочу напомнить, что мы все должны обязательно исповедоваться и причащаться. Таким образом, через Выспите нам Бог, сам Бог грехи прощает через священника, а в причастии мы соединяемся с Богом. Уже происходит реальное соединение человека с Богом, что есть начало Царства Небесного. Аминь. Праздник.